Перед стартом соревнований готовятся не только водители, но и техника. Ведь даже мельчайшие неполадки в болиде недопустимы на трассе, поэтому перед показательными заездами проходят тренировочные. Сегодня на сочинский картодром вышли болиды 4 классов. На мини гоняют и победители прошлогоднего чемпионата России. Московскую команду представляют пилоты 8 и 10 лет. Заезды рождественского кубка считаются отличной подготовкой для участия в масштабных турнирах. Картингисты отмечают, что сочинская трасса – одна из лучших в России. Соревнования очень важны для раската к летнему сезону. Это традиционные соревнования и уникальные идеальные погодные условия. Только Сочи обладает таким климатом в России. Но даже несмотря на сравнительно теплую погоду, участники отмечают сложность трассы. Сегодня она была мокрая, на ней много резких поворотов, поэтому выжать максимум из карт-машины не всегда удается. Пилотам предстоит тяжелая борьба за первое место. В чемпионате Краснодарского края участвует около 40 спортсменов. Дети самые маленькие и взрослые. Соревнования будут проходить 2 дня. Сегодня будут ездить дети, а завтра уже взрослые. Юным картингистам нужно преодолеть 7 кругов, взрослым 12 и набрать максимальное количество очков. Завершится чемпионат во вторник. По итогам соревнования победители наградят кубками и медалями. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.